солнце нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась. Идея дома, сама идея дома, это, конечно, чистая утопия была. Без тоски, без печали. Надо сказать, когда мы туда приехали, я проплакала целый день. Я мне так все не понравилось, этот дом, как мне понравилось, значит, неприятно. Мебель с дырочками такими, знаете, все это. Все, чувствуешь, все чужое, холодный такой. Я не могла. С морем прощай. И мы в этой трубе прятались, и в сумерках. Там дворы ведь очень интересно поставлены. Там много переходов в этом доме. И там вот, зная все закоулки, выходы, мы там носились, жили очень свободно. Я смотрю, значит, открываю папин кабинет, выходит военный. Из папиного кабинета чужой военный. Значит, голый военный в фуражке. Значит, идет, открывает мне дверь, тот первый. Я вхожу, совершенно обалдевшим глазами. Мы с папой об арестах практически не говорили. И очень, конечно, горько, что я очень многого просто не знаю. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.